Сегодня у малышей физкультура – это одно из самых любимых занятий. Ведь на нем они бегают и прыгают с пользой для здоровья и под чутким руководством педагога. А в новом спортивном зале можно не только делать зарядку, но и осваивать тренажеры и даже играть в баскетбол. Детский сад на улице Липовая Роща в квартале «Спутник» открылся в сентябре этого года. Все работает, есть лицензии, полностью укомплектован штат. Садик вместимостью 105 по проектной мощности. Я думаю, что здесь за счет больших помещений все проектные решения, они сделаны с запасом. Что, как вы видите, коридоры, в которых мы находимся, что и групповые, что игровые, актовый зал, спортивный зал. Здесь все в наличии. Поэтому я думаю, что с уплотнением порядка 120 ребятишек здесь могут получать и знания, и, собственно, проводить свое время, когда родители находятся на работе. Пока садик работает, не полный день. Дело за пищеблоком. Впрочем, скоро и он заработает на полную мощность. Сейчас готовится пищеблок к полноценному уже циклу. Думаю, что с 15 октября здесь будет уже приготовление пищи. Команда набрана. Понятно, как закупать продукты. Все контракты уже подписаны. В новом детском саду 5 групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Они уже укомплектованы. Набор проходил через портал госуслуг региона. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».